Значит, здорово, чуваки! Здрасте, друзья, с вами Декарт, и давайте вот прям вот буквально вчера мы закончили проходить сюжетную кампанию, а прямо сейчас мы, в общем-то, и продолжим играть в Plants vs. Zombies, но уже в мини-игры, например. Пазлы выживают. Я не знаю, что выбрать, если честно, но давайте, например, мини-игры. Мне кажется, это звучит забавно. Ого, слушайте, да их тут даже много, я бы сказал. Зомботаника, боулинг, игровой автомат и... Пройдите еще одну мини-игру, чтобы открыть. Ну хорошо, давайте по порядку. Зомботаника. Что ж тут у нас будет? Значит, здорово, чуваки. Подождите, это что, вы мне хотите сказать, что... Какими свойствами будут обладать-то товарищи? Так, стоп, ладно, хорошо, допустим. Допустим, такая фигня. Давайте, берем вот это. Берем вот это. Хорошо, я понял. Это любопытно. Орехи, я даже не знаю. Ну, эти маленькие орехи, а у меня будут большие орехи, да, в принципе. Взять. Давайте возьмем. Давайте, наверное, возьмем. Также я не знаю, стоит ли брать вот эту всю красоту. Арбузопульту, может, возьмем, да? Вот это, мне кажется, вполне замещается горохострелом, да? Вот таким вот. Вот такую вот еще срань можно захватить с собой. Да и не знаю, и, наверное, например, допустим, вот такую и зашибись. И все, я молодец, да, поехали, понеслась. Не знаю, я еще не знаю, что из себя представляют эти чуваки в плане, там, боевых навыков. Поэтому... Слушайте, какая-то музыка интересная играет, прям такой раньше не был. Не знаю, что они из себя толком представляют, поэтому не знаю, что именно нужно для них набирать. Да, но мы попробуем как есть, попробуем как-то вот так. Так, я же взял картофельную мину? Взял, она просто еще не перезагрузилась. То есть, если что, если будет... Ух ты, посмотри, а, ну да. В общем, то, что я и подозревал, они стреляют, понимаете? Эти сволочи стреляют, то есть они уничтожают моих... Офигеть, и что делать тогда? То есть это надо изначально сразу накапливать на высокий орех? Ну, я так не накоплю просто, ребят. Ну, кстати, вы знаете, довольно-таки... Во-первых, очень медленно идет. Мне кажется, зомби идет быстрее. Так, ну ладно, пусть оно стреляет себе сколько угодно. Я пока что буду, значит... О, вот и красота, смотрите. Два мудака идут в одном ряду. Это что означает? Это означает, что я сейчас поставлю раз минку, два минку, короче. Они тут пусть стреляют себе сколько угодно, мне вообще срать. А я буду подсолнухи просто расставлять. А, ну да. Да, это я, конечно, опростоволосился немножко. Я что-то не подумал так. Очевидно же, что, да, мешать оно им будет. Так, ну ничего, ладно, сейчас вот мина доработает, да, внизу. Внизу мина доработает, дофигачится. Я поставлю на самый конец. Ага, и вот туда вот еще надо ставить, да? Хорошо, ладно, значит, следующий подсолнух у нас идет сюда. Так, давайте, картофельная мина вот. А здесь вот даже вот так поступим, короче, понеслась. Посмотрим, кто круче, а? Посмотрим, кто круче, ты кусок говна. Ну, поглядим, какой ты у нас молодец, да? Вот так вот. Все, мочилово понеслась. Так, хорошо. Ребята, погодите, не спешите. Давайте хотя бы один ряд защитим, насколько сможем. Так, теперь сюда подсолнух. Сюда вот уже нужно, получается, нам все-таки, по идее, расставлять бы вот таких вот хотя бы ребят. Да, пусть он хоть как-то защитит. Хоть как-то защитит нашего бедолагу подсолнуха, да? Вот здесь вот, смотрите, вот такая минка, она будет готова как раз к тому моменту, как он сожрет орех, наверное. Хотя, в принципе, может быть... Ай-яй-яй, немножко не дотянули. Немножечко, буквально мы не дотянули. Ну ладно, ничего, это все ерунда. Сейчас справимся. Значит, смотрите, идут вот эти вот козлы, да? Все, вот сейчас замочим. А, это не двойной, это одинарный, господи, я не того поставил. Да что ж я делаю-то? Давайте еще подсолнух. Защищаем по полной программе, понеслась. Так, везде сейчас будем стараться расставлять... Ага, до свидания, вот и сдохни, мудак. Везде сейчас будем стараться расставлять побольше всяких горохострелов и тому подобной замечательной дичи. Так, погодите. Давайте, знаете, как поступим? Вот так. Вот и красота. Вот, в принципе, и нормально. Избавился от засранцев от лишних. Так, давай, мочи. Мочи его как следует. Так, этот все никак не дожрет орех. Ну, тут, кстати, тоже, знаете, я что-то в этом плане подзатупил. Давайте вот еще орех поставим вот сюда, например, да? На всякий случай. Так, вот этот ряд у нас. Вот этот ряд у нас не защищается толком. Это плохо, это печально. Так, давай еще одно солнышко и вот еще один цветочек, зашибись. Солнышко меняю на цветочек, красота. Что-то медленно как-то солнышки вырабатываются. Мне кажется, я два ряда поставил. А видите, какое говно, видите, да? Так, окей. Этих уработаем, значит, этих уработаем по полной. Давайте вот сюда вот ставить. Короче, 100, смотрите, 100, 150. О,
Во, прелесть. И сейчас я еще мог 200, конечно, накопить на дополнительного такого двойного горохострела, но не стал, потому что, сами видим. А, приближается большая волна. Да что-то их много как-то, а? Что-то много как-то гандонов-то, нет? Так, ну ладно. Вот мне доступен двойной горохострел в случае чего. Правильно? Это не может не радовать, верно? Давай вот сюда вот, например, поставим. Сюда вот у нас идет двойной горохострел, 150. Так, сейчас, оба. А вот это вот как понимать? Вот это что такое? Как мы будем с ним сражаться? Ну, давай, мочи его как-то, я не знаю. Так, раз-два, раз-два. Так, хорошо. Хорошо, Валилова идет внизу, на нижних, короче, флангах. Все по-крупному у нас, все красота. А, вот сюда вот определенно надо поставить кого-то, потому что... Нет, пока не будем. Пока вот так, да? Пока вот так, наверное. Оба! А тут уже... Ты посмотри. Так. Подай. Все, адиус. Еще там кого-то замочил, что ли? Или нет? Нет, вот тут идет мудила. Так, давайте, значит, вот такую красоту. Орешек уже сожрали, да? Орешек уже, падлы, сожрали. Орешек, наверное, хорошо жрет орешек, мне кажется. Они прям неплохо в этом плане. Ну-ка. Да, смотрите, орешек с орешком достойно справляется, блин. Так, ну, значит, надо что? Надо еще, наверное, вот сюда вот двойной горохострел, правильно? Ну, я пока, в принципе, живу. Пока живу, поживаю. Добра нажива. О, понеслась опять какие-то гандоны. Так, ну ладно, хорошо, я понял. Ой, убили. Ой, убили чувачка моего, убили. Так, все, тихо. Ты стой пока. И ты стой пока. Вот, падла, это посмотри. Сейчас же замочат моих подсолнухов. Ребятки, дружбаны мои, работайте как следует. Давай, вот так. Охранника ставим. Ставим охранника как следует. Конкретно вот такого. Так, о, одного уже нет, видите. Так, вот этого уже нет. Он там стреляет через орех? Нет. Через орех, слава богу, его пули не проходят, но все равно обидно. Так, все, убили. Убили, этого убили, этих сейчас тоже убьем. Этих сейчас тоже без проблем убьем. Всех нахрен убьем, всех порешим просто. Мы боевые горохострелы, вот так вот. Знай наших, мать твою. Отлично, прекрасно, превосходно, замечательно. Так, давайте еще вот сюда вот заранее поставим тоже минку, почему бы нет. Ты пока стреляй по нему, по этому козлу. Ага, так, вот сюда вот кидай его, вот сюда, потому что тут сейчас минка разберется, я думаю. Не успеет, наверное. А, он же сожрет. Да, блин, говно ты так поганое. Все жрут. Ты посмотри на них. Давай, вдвоем. Вдвоем мочите уже. Да замочите же вы уже этих говнюков. Ну, в конце концов, они унылые такие. Так, бум, до свидания. Двоих сразу вынесли. Хорошо. Так, это взяли. Он умирать будет или... Ты умирать будешь или нет, орех? Человек-орех, ты умирать будешь или нет? Так, идем на крайние меры. Все, человек-орех сдох. Теперь давайте сюда на всякий случай. На всякий случай ставим. Ой, нет, это все не то, это нам не нужно. Так, давай, 50, 75, третьего горохострела сюда. Я еще ни разу не накопил ни на одну арбуза пульту. Мне кажется, я зря их вообще взял, они сильно дорогие. Тут все так быстро разворачивается, ребята, что не до этого вообще. Ни до арбузов, ни до пульт, ни до арбуза пульт. Какие же мощные эти говнюки, а ты посмотри, какие же они мощные, а. Он и не хочет подыхать. Он и не думает подыхать, эта свинья. Давай, может... Ой, черт возьми. Ну ладно, давайте вот так тогда, жри. Жри орех в таком случае. Раз ты вот такой вот, то вот жри орех и все. Так, шпыдум, там взрыв, везде взрыв. Ну что, вот сейчас вот обстановка такая нормальная, да, я думаю, вы... Ага. Ой, блин, не туда, вот сюда вот надо стать. А вот сюда вот, ребята, я поставлю, я по-другому сделаю. Я сейчас сюда перчик захреначу. Блин! Ладно, хорошо. Ой, вот это я дурак. Так, подождите, давайте пока мы будем вот так вот хотя бы как-то бороться. Как сможем. Я промахнулся, никто не на тот ряд поставил, прикиньте. Давайте, жрите. Так, сейчас мы накопим... Все, золотая монетка, шикардос. Отлично, два ореха стоят. Вот эта симметрия шикарная, да? Прям вообще на экране. Обалденная просто, обосраться можно. До свидания, замонали вы уже, все. Гандоны, а ты посмотри. Так, давайте солнышки собираем. Нам сейчас нужно много солнышек. Сейчас приближается волна. Третий ряд, вообще за него, наверное, не паримся, я думаю, особо. Тут все хорошо, все красиво у нас. Вот, а вот сюда вот надо... Вот, видите, как сразу вынесли прям одного. Офигеть. Охренительно. Так, ладно, окей, я понял. Короче, как можно больше горохострелов, всего как можно больше, это понятно, да. Это понятно, это прекрасно.
Это все очевидно, абсолютно. Абсолютно очевидные вещи. Так, сейчас вот тут ставим. Давай, вот, мудаки внизу какие. Ты посмотри, он уже похрызенный. Жизнь уже покоцала. А ему у нас все бежит, бежит. Вот такой вот с упрямой своей ореховой рожей бежит атаковать. Я не понимаю просто. Это ж когда же уже закончится-то это все? Да сдохни ты, говно. Все, отлично. Так, этот сдох. Давай, вот. Вот еще одного. Это, кстати, конец, ребят, я сейчас пройду. Это конец, это последний мудин. Можно даже, знаете, на всякий случай вот так вот сделать, чтоб наверняка. Потому что мина точно успеет, я думаю, заработать за это время. А можно еще вот так вот сделать, в принципе, все, и не надо переживать. Получаем кубок. Смотрите, они даже ни одного ряда не высыпали у меня, не проломили, и вот у меня сколько денег. Вы открыли новую мини-игру, трофей, боулинг. Так. А, ну я понял. Тут, короче, надо будет... Сейчас, подождите, давайте не будем торопиться. Мы посмотрим в начале. Ага. Так, ну ладно, понеслась. Давайте посмотрим в начале. Сейчас он поменяет свое направление. А, так он не с первого раза их выбивает? Ну, тогда, конечно, надо, слушайте. И вот поэтому попади. Попади по нему. Попади по нему. Ладно, хорошо, давайте взрывчатым. Красота. Так, смотрите. Нам нужно так рассчитывать удары, чтобы они потом попадали по другим, да? Давай, раз-два. Раз-два, хорошо. Раз-два. Ну, у меня как-то рассчитывать, чтобы они еще по кому-то попадали, не сильно что-то выходит, но... Попробуем, попробуем. Так. Давайте вот сюда. Бум, тут у нас взрыв. Сюда и вот сюда понеслась. Монетка, что ли, была? Или не было монетки? Или мне кажется... Стоп, 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 стоп. А, монетку, монетку. Не туда ж, Да куда ж ты-то? Вот, вот сюда вот давай. Так, вот сюда вот, и еще вот сюда вот, и еще вот сюда вот, и еще вот... Вот так, и вот это вот, вот этих козлов. Смотрите, вот так вот снизу вверх сейчас. Бум, бум, все, отлично просто. Ух ты, вы гляньте. Прям тройной. Ой-ой-ой, ой, какие мы опасные. Так, сейчас, вот сейчас поймали его. А, оно вверх пойдет, я хотел вот так вот, типа вниз. По красоте хотел. Так, ну ладно, окей. Боулинг, так, боулинг, ребята, боулинг. По полной программе, просто сейчас отбоулю. Отбоулю вас всех, друзья мои. Так, вот этот у нас торопится куда-то очень сильно, да? Взрываем всех. Всех взрываем. Ну, не всех, ну, двоих взрываем. Тоже неплохо. Слушайте, что-то я это... Не успеваю. Что-то я не успеваю, ребята. Так, давай, раз, два, три. Ой, хорошо, хорошо вышло сейчас. Давай. Бум. Они не должны за эту линию зайти, получается, да? Если зайдут, то хана. А зачем тогда сзади вот эти машинки? Это немного странно, ну ладно. Давай вот сюда, теперь сюда. Ну, это все достаточно просто, то, что мы делаем. Ух, там с шестом еще и говно какое-то ходит. Так, ладно. Тут сразу очевидно, что надо в первую очередь... А, вот ты как. Вот ты как, зараза. Ну все, до свидания тогда. Так, теперь на чувака с газетой, да, тоже понятно. Сейчас он этого долбанет. Теперь вот этого чувака с газетой давайте мочим. Так, сразу троих вынесли. Хоть бы сзади кто там пошел. А, никто не пошел. Ну, жалко. Жалко. Так, все, вот этого последнего убили. Теперь вот так. Сейчас поверху вот по этим давай. Бей. А, отлично. Слушайте, интересные мини-игры. Мне нравится. Прикольный процесс такой. О, черт, а вот это я облажался. Это я крупно. Крупно налажал. Нужна огненная. Вот, 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 вот. Ах, красота. Вот это было красиво. Теперь вот тут. Тоже красиво, согласитесь. А теперь надо как-то... Во, ну неплохо, неплохо. Хотя могло бы быть и лучше. Так, сейчас вот по этим, по верхним надо бить, по верхним надо бить срочно. Так, раз, снесли чувака. Два снесли чувака. Да что ж ты будешь делать? Так, теперь вот этого. Ага, давай еще одну огненную. Блин, если не огненная, то я не смогу, наверное, не справлюсь. Ого, ого, ого! Есть! Так, успел, успел, успел. Слушайте, ребят, я не сильно-то успеваю на самом деле. И не сильно тут и возможно, по-моему, успеть, мне кажется. Они что-то сильно как-то... Вы видите, что происходит? Ну, посмотрите сами. Вот, они уже пересекли, они уже пересекли. И что дальше? Вот если они пересекли, это сильно плохо? Ну, как вам сказать? Играть дальше можно еще. Жизнь на этом не останавливается, типа. Ну, ладно, окей, хорошо. Так, давай-ка вот ты вот. Ты вот у меня полыхни немножко. Так, вот этому надо. Он с жестяным ведром. Ему нужно срочно сносить. Ему нужно... Так. Да ни черта не задевает. Вы посмотри. Ты посмотри на это. Ни черта. Вот, хорошо. Раз, два, да? Так. Ах, отлично, успел. Сейчас, 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 сейчас. Срочно. Все, успел. Основная опасность устранена, ребята. Вот так вот. Давай-ка теперь. Ах, не получилось немного. Ну ладно, там двоих зато, видите? Двоих зато избавили от шестов. И то... Это я, наверное, поспешил. Тут надо было не так действовать. Тут я, ребята, затормозил. Тут надо было совсем не так действовать. Ну ладно. Окей, так, сейчас вот здесь.
Блин, слушайте, а. Ой, как опасно. Ой, как опасно. Сейчас нижний ряд мне снесут. Или нижний, или верхний какой-нибудь снесут. И что лучше? Что лучше выбирать? Ладно, нижний пусть сносят тогда. Мы сейчас поступим вот так. А, ну все, тут можно, значит, не париться. Все, от этого избавились. Долго там еще, а? Уже пора завязывать, мне кажется. Ух, злобный старикан пошел. Так, все, отлично, отлично, отлично. Понеслась. Так, где у меня самый опасный ряд? Это нижний, правильно? Ну, пока что нижний ряд, он, в принципе, ничего ему особо не грозит, я так должен сказать. То есть, ничего особо прям такого уж ужасного не грозит. Мы все прекрасно видим, что внизу только один мудак идет. И это, по сути, не такая уж большая проблема. Ну, давай, ну. Все, хорошо. Ну, тут сильно ты не успеешь прям, вы знаете. Тут как-то не старайся. Тут с игра так, по-моему, рассчитана, что ты очень сильно не успеешь. Давайте нижний ряд обезопасим. Хорошо. Кто-то там опять понизу идет, блин. Так, о, нормально, выбиваем монетки. Хотя бы это для красоты сделаем. Слушайте, они сейчас мне просто... Они мне сейчас просто все снесут. Я не знаю, правда, ребят. Давай, вот так, раз-два. Хотя бы здесь... Бомбу, срочно бомбу! Ах, ну, бомбу не дали. Уже даже не успел смотреть, что там, бомба, не бомба, но... Сейчас этих тоже раскатает в говно. Всех сейчас раскатает в говно, ребят. Просто попол... Ой, не туда. Не туда поставил. Да слушай, как же это тяжело-то, а чё так много их? Чё так много вас всех? Боулинг это, конечно, прекрасно, я все понимаю, но вас очень много. И ждет еще одна большая волна, прикиньте. То есть... Ой-ой-ой, там внизу. Внизу пидорасы, так. Надо, смотрите, надо вот нижний ряд прям надо срочно оберегать. Прям по-жесткому. Так, и параллельно. Вот, давай-ка вот. Да не туда ж ты. Ты вниз надо было идти же, вниз. Что ж ты делаешь? Так, окей. Ох, монеток. Ну, монеток мне надавали, конечно, да, это круто. Так, хорошо, давай внизу сразу убираем. Сейчас этих уже всех раскатает. Приближается большого. Я не готов к ней, абсолютно, честно. Вот. Ой, что же я наделал, блин, вот я дурила. Внизу надо было. Внизу надо... Ой, сейчас проиграю. Сейчас, наверное, проиграем, ребята. Сейчас просрем. Ну, не воз... Ну, как это выиграть-то? А как это выиграть? Это как рассчитать-то все? Давай тебя теперь. Так. И вот, ну а что было? А что было делать? Конечно, хотелось бы бомбой этой получше как-то воспользоваться. Ну все, это жесть. Раз. Все, я проиграл. Это, видимо, не для меня испытание. Ну, успеем, нет? Успеем последнюю? Последнюю успеем? Ты что, тупой, что ли? Все, это... Это финиш, друзья мои. А что, игра не заканчивается? Зомби съели мои мозги, да? Ага. Зомби съели мои мозги. Ну ладно, хорошо, здесь не получилось. Давайте попробуем еще какую-то. Попробовать. Не снова. Меню. О, подождите. Да тихо ты. Давайте, может, альманах почитаем. А то я альманах-то не читал. Тут же еще что-то есть. На чем я там остановился? Чеснок. Менять линии не просто профессия. Вот. Пальма-зонтик. Пальмы-зонтики защищают ближайшие растения от катапульты зомби на тарзанках. Прыг, говорит пальма-зонтик. Тебе нравится? Могу повторить. Прыг. Ух, это я прыгаю, чтобы защитить всех вокруг меня. Да, вот так, именно так. Верьте мне. Золотая ромашка. Золотые ромашки дают вам золотые и серебряные монеты. Золотая ромашка проводит много времени в раздумьях. Какую же монетку выплюнуть, золотую или серебряную? Она думает об этом, взвешивает и измеряет. Она провела серьезные исследования и скоро их опубликует. Вот так становятся успешными. Да, золотую, бросай всегда золотую. Че, тебе без всяких исследований тебе легко скажу. Арбуза-пульта. Арбуза-пульта наносит серьезный урон группе зомби. Урон большой, радиус дельный, арбузы наносят ближайшим врагам при попадании. Больше солнца, сильнее урон. У меня самый мощный урон на лужайке. Без ложной скромности, заявляет арбуза-пульта. Нет, я не хвастаюсь. Посчитайте сами, убедитесь. Двойной подсолнух. Вот я, кстати, не помню, читал или нет. Это была ночь сумасшедших научных экспериментов, когда двойной подсолнух появился на свет. Сверкали молнии, мелькали странные огни, даже шумный ветер был недоволен. Но безрезультатно. Двойной подсолнух был живой. Живой! И теперь зомби. Давайте, какие еще зомби у нас тут есть? Зомби попро... Вот смотрите, какого-то даже не... Даже кто-то мне не встречался. Вот такая вот фигня, представляете? Так, 3 дня в неделю. Вот я не уверен, что я тут читал, что не читал. Давайте начнем. Зомби на шарике, очень повезло. Это точно читал? Зомби-землекоп. Этот зомби делает подкоп в ваш тыл. Зомби-землекоп тратит 3 дня в неделю, приводя в порядок свои разрешения на раскопки. Зомби-попрыгун. Зомби-попрыгун перепрыгивает через вашу оборону. Прыг-прыг-прыг. Именно так передвигается этот сильный эффектный зомби.
делая то, что умеет лучше всего. Зомби на тарзанке атакуют сверху. Зомби на тарзанке любит риск. К тому же, какой смысл быть мертвым, не пожив хоть чуть-чуть? Это логично. Зомби с лестницей. Зомби с лестницей перелезают через препятствие. Он купил лестницу за 8,99. Вот это читал вроде. Зомби на катапульте. Зомби на катапультах управляют тяжелыми машинами. Из всех вещей, которые любит швырять зомби на катапульте, баскетбольный мяч – его самый очевидный выбор. Гаргантюа. Гаргантюа – это гигантские зомби. Когда идет Гаргантюа, сотрясается земля. Когда он стонет, другие зомби замолкают. Каждый зомби хочет стать таким, как он, но он все еще не может найти подружку. Не, ну, правильно, я представляю себе, подружке больно будет, когда ты в ней... Ну, ладно. Да, не будем уточнять. Зомбята — это маленькие зомби, которых Гаргантюа швыряет в вашу оборону. Зомбионок маленький, но выносливый. Он мастер по зомбо-дзюдо, зомбо-карате и кулачным зомбо-боям. А еще он играет на гармошке. Какой разносторонний. Доктор Зомбос. Доктор Зомбос управляет всем. Прочность экстремальная. Эдгар Джордж Зомбос получил докторскую степень по танатологии всего за 2 года. Быстро освоив танатологические технологии, он построил устрашающего зомбота и настроил на установление тотального доминирования в своем подразделении. Какой молодец, слушайте. Такие слова, прям танатологию какую-то. Я даже не знаю, что это такое. Он в ней прям профессионал. Ну, круто. Давайте теперь посмотрим меню. Игра будет захранена. Выход. Мини-игры. Давайте посмотрим вот игровой автомат. Что это такое? Игровой автомат. Так, окей. Может, здесь мне улыбнется удача как-то посильней. На старт внимание сажать. Дергайте рычаг, чтобы пройти... Ага, получите 2000 солнца, чтобы пройти уровень. Так. А, ну да, я понял. Два... То есть я не могу взять еще раз, да? Два одинаковых бесплатных растения. Вот я дернул автомат, мне выдало, да? Мне выдает только вот этих ребят. Ну, окей, ладно, странно как-то, хорошо. Давайте дергать автомат дальше, наверное, куда мы денемся. Так, что на этот раз? А, вот, пожалуйста, все, красота. Теперь понеслась. Короче, вот так вот и будем потихонечку-потихонечку фигачить. Зато, ну, я обращаю ваше внимание на тот факт интересный, что... Смотрите, у нас теперь обычные зомби. Они не стреляют. Это уже пресс. Дергайте... Вот, блин, дергайте снова. Так, дергаем снова. Давай. Блин, там мудак идет внизу. Все, дернули как следует. Так, бесплатное растение, хорошо. Так, это еще как повезет. Можно, наверное, вообще там вынести где-то 3 бесплатных растения, например, да, если хорошую какую-то атаку. О, вот еще бесплатное растение, да? Давайте вот сюда вот поставим, на этот ряд. Так, мочи! Мочи его, говорю тебе. Так, хорошо. Еще дергаем. Такое философское, сосредоточенное лицо все-таки у этих зомби. Какие они молодцы. Снова дергаем. Да сдохни, убей его давай. Убивай, он сейчас орешек сейчас начнет грызть. Тебе что, жалко, не жалко орешек, он же будет грызть его. Нет, не позволяем. Вот, не позволяем. Правильно, отлично, хорошо получилось. Так, давай-ка вот сюда вот орех. Так, окей. Солнышки, сколько он сказал там надо? 2000, я уже забыл, честно говоря. Короче, мы справимся. Я думаю, мы справимся. А они будут идти бесконечно, эти козлы тут, видите? Тут только речь о солнце. Только речь о солнце и ни о чем больше. Хорошо. Я думаю, это будет все-таки несколько проще. Вот, я думаю, вы согласитесь, это вам не боулинг. Боулинг был сложнее. Здесь мы справимся. Так, вот уже у нас, видите, у нас уже 5-я часть, в принципе, набрана. Так, отлично, бонусное солнце, хорошо. Слушайте, ну я все понимаю, но мне все-таки как-то растения какие-то тоже нужны. Тут вообще никого нет на третьем ряду, давай быстрей. Автомат, быстрей давай, никого нет на третьем ряду, вообще никого, пустота, полнейшая. Во, хорошо. Так, все, справимся. Обычные зомби, обычные, не опасные, не пинусошапочные там никакой, просто обычные зомби. К сожалению, мы, наверное, я так понимаю, тратим солнышки на всю эту красоту, да? На вот этих вот. А нет, они бесплатные же. Бесплатные, значит, не тратим. Мы тратим солнышки на когда мы дергаем, да? Мы 25 монет тратим. 25 солнышек. Вот что мы делаем. Вот это печально. А растения, они все-таки действительно бесплатные. Так, ну подождите, давайте. Вот, бери эту красоту. Подсолнухов дайте побольше, ну. Так, мочилово, тут мочилово, там мочилово. Везде сплошное мочилово. Мне ничего, мне не везет. Автомат не хочет помогать мне. Никак. А, ну куда лучше? Ну сюда, наверное, да. Тут все-таки шапочка идет, мудила. Так, окей. Хорошо. 525. Я не могу на 2000. 2000 не могу на 550. Давай. О! Хорошо. Так, орех. Вот сюда вот теперь поставим орех. Везде должен быть орех. Такие несимпатяшки прям. Я не могу эти орехи. Такие молодцы. Дергаем. Так. Может быть, надо дергать с определенным интервалом, и нам больше будет вести как-то. Не знаю, больше фартить будет. Так, смотрите, у нас уже...
У нас уже больше подсолнухов. У нас уже больше подсолнухов. У нас будет больше солнышка. Ну и, наверное, больше гондонов всяких будет, да? То есть это тоже как бы без этого никуда, правильно? Вот, пожалуйста, уже идут сволочи. Уже понеслась. Вот куда ставить? Вот куда лучше ставить? Я не знаю, куда лучше ставить. Ну, давайте вот. Ну, например, вот сюда. Так, надо думать-то быстро. Потому что растения еще, может быть, пропадают. Я не знаю, пропадают они или нет. Нельзя их, наверное, просто так оставлять. Так, окей, с этими... О, вот так, хорошо. Понеслась. Они все-таки с ведрами на голове, поэтому их надо хорошо долбить. Их надо хорошо долбить тремя горохострелами, и то мало. Вон ведро какое-то вообще, непонятно. Пуленепробиваемое ведро. Тут не то, что горох, тут пули не помогут. И АК-47 просто. Какой-нибудь Шварценеггер встанет, будет стрелять, не поможет. Лучшая броня. Надо всех солдат во всех армиях мира так снаряжать просто. Ведро на башку напялил и прикол. Ого. Вот это щедрость. Щедрые вы, ребята, сегодня прям пошли. Что-то автомат, ты меня балуешь. Прям смотри, как бы я не разбаловался окончательно. Но вы знаете, тут, по-моему, все рассчитано. То есть, определенным образом тебе выдаются именно такие наборы, чтобы ты мог победить. Получается. И, возможно, даже каждый раз одно и то же будет, если перепроходить. Я так подозреваю. Возможно, тут не чистый рандом. Ну, ладно. Главное, чтобы получилось. Получится же? Получится. Я же мастер, я же молодец, должно получиться. Правильно? Так, давай, дергаем. Этих мочи уже, козлов. Мочи уже этих пидорасов-то, в конце концов. Вот, еще один подсолнух получил. Ребята, уже 1000 набрали. 1000. 10. И тогда 1000. Короче, вот, что я показывать пытался пальцами, я сам не знаю, не спрашивай. Дергайте снова, говорит. Дергайте, понимаете? Это просто вот... такой девиз этой игры. Нужно как можно больше дергать. Дергать и еще раз дергать. Орех хоть какой-нибудь выдайте, в конце концов. Тут мудак подбирается уже. Ну что ж вы делаете-то? Что ж вы творите-то? Ну, в конце концов. Ну, товарищ автомат. Ну, ты что, издеваешься надо мной? Ну, давай мне. Солнышек он мне выдал. Ну, ладно, сейчас он сдохнет. Да расстреляйте вы его уже. Мочи! Мочи его! Да ну, мочи ты его в конце... Все, наконец-то получилось. Так, дергаем снова дергаем. Здесь пока вроде более-менее без... Блин, ты смотри, опять мудак с ведром. Слушайте, нас по верхнему ряду сейчас просто атакуют. По верхнему ряду нас сейчас задолбают по полной. Так, солнце, надо собирать солнце. Вот, бесплатное растение, так, отлично. Вот здесь везде все безопасно, но верхний ряд прям покоя не дает. Они прям вот вообще, прям нехорошо. Так, ну что, Брейнс говорит. Так, дергаем. Надо все успевать, и собирать, короче, солнышки надо успевать. И отстреливаться от этих мудаков надо успевать. Давай, да. Ай-яй-яй, дергаем, да. Слушайте, прикиньте, и второй сразу сзади идет. Ага. А могу я лопатой, да? Могу лопатой. Так, хорошо, давай. Да господи. Все, мочите его. Так. А я буду пока тут. Так, 1850, давай. 1875. Подсолнух пошел, красота. Может быть, кстати, и заборет. Я не знаю, не уверен. Не, наверное, уже нет. Так, сейчас, подождите. Давай, подсолнух, выдай мне солнышко. Ах, какая красота, он прямо перед финишем, я его... Вы видели, какая прелесть? Получилось, вот это прошли. Прямо перед газонокосилкой. И смотрите, и все золотые монеты мне за сохраненные газонокосилки выдали. Вы открыли новую мини-игру. Ну чё, круто, не круто, пугалка. Вот, пройдено. Вот эти пройдены. Две. Вот с боулингом надо будет еще переиграть, он, конечно, довольно жесткий. Дождь из семян, пугалка. Ну, посмотрим. Это все уже, ребят, в следующих сериях. Я считаю, две мини-игры из трех пройти, это, в принципе, нормально. Вы сами видели, что боулинг довольно сложный, там не так просто. Ну, посмотрим. Может, перепройду его как-нибудь позже. Да что, может. Конечно, перепройду. Обязательно перепройду. Если это возможно технически. А я думаю, возможно. Пока на этом все. Если понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И всем счастливо, всем удачи. Всем пока.